Всем привет! Сегодня мы будем сравнивать, как звучат колонки Liverpool Onkyo с двумя видами подвесов. В общем, и те, и другие не родные, потому что родные были ППУ, и им уже 30 лет, они давно развалились. И были заменены, то есть я эти колонки купил, вот у них были те, которые слева. Это тканевые, ну, предположительно, Петра Зоднева производства. Может быть, кто-то другой сделал такие, вроде как самодельные тканевые. А справа у нас резиновые. Я их купил вот в магазине, то есть нашел такой размер, редкий, очень редкий, кстати, на их размер. Вообще сюда надо ППУ, но ППУ такого размера нету, вроде бы нету, но об этом попозже. В разговорном видео расскажу поподробнее, сейчас просто сравниваем, как это звучит, вот одно и другое. Разница определенно есть, но что лучше, что хуже, затрудняюсь, потому что у одного свои плюсы, у другого свои плюсы и минусы тоже. Поэтому в разговорном видео вот там что-нибудь расскажу на эту тему.
струне. Любовь проходит по мне. Я так устала. Чем, сука, моя любовь, чем, сука,